Так для стримов еще и комп нужен. Ну, на самом деле нет. Можно через телефон, тем более, что за Real стримами, как вы знаете, будущее. Поэтому... О, Синда, здравствуйте. Еще 4 минуты. Да я тоже думал сейчас пофлудить. Там вопросы идут сразу же по резине, например. Поменяемся к лучшему, по приложениям. Столько всего. Димич пишет: поздравляю, коллеги. Запятую забыл. Наконец-то после долгих дней ожидания ФФА. Да, Вишмастер, это ФФА. МГФест. Каждый день день бобра. Да, день бобра, это как... Прикольно. Yes, не орки. Да есть же. Так, надо блокнот убрать с стола. Я начал практиковать тему, что когда у тебя появляется во время рабочего процесса какой-то завтык, ну и ты там идешь на Хабр или на Geek Times или на SK2TV, ну, на какие-нибудь ресурсы, которые не относятся к работе, я хочу выработать привычку брать блокнот и от компа отходить, чтобы, ну, чтобы переключаться на что-то другое. Ну и, соответственно, там что-то писать. Тезисы какие-то, планы какие-то. Вот, потому что за собой не раз замечал, что как только наступает вот такой тупняк, это может съесть полчаса, час. В общем, неправильно так временем распоряжаться. Вот Warcraft покатать 6 часов, это по делу. Так, а чего я тут... Давайте лучше футмена закажу. У меня очень странный билд. Каждый день новый билд. Честно, рабочего не хватило. Последнюю миссию XCOM прошел. Конечно, прошел. Но раздел видео, то ну для кого делали? Специально же для РКК. Думали, для кого же нам раздел видео делать? Ну, посмотрели, какие пользователи на сайте есть. Сейчас смешная шутка идет просто. Я сам еле сдерживаюсь. Увидели РКК, и все, и специально для него решили сделать раздел видео. Вот, подумали потом, а как удобнее еще, чтобы, может, блок на главный сделать? Ну, блок много, но для РКК решили сделать и блок на главной странице. Я думаю, кто им пользуется? Ты, оказывается, не пользуешься. Как так? Нехорошо получается. Так, и... Как-то мне не нравится то, что происходит. Может, герой мне понравится? Что-то мало рабочих. Все очень как-то... Как-то странно все. Окей. Так. О, лич. Дайте мне еще паладина вторым героем. Не, лич, ты крутой герой, вы что? Лучший. Не лучший, но хороший, реально хороший. Дамаг отвешивает, дай боже. Да, крепится с ними не так удобно, конечно. Так, давай-ка одного рабочего оставим здесь ферму пилить. Еще бы запилить магаз бы. Классная точка сбора. Ну, впрочем, ничего нового абсолютно. Ничего нового. Стабильность, как говорил мой отец, показатель мастерства. Так, побежали. А магаз-то будем пилить? Я хотел магаз сделать. Сказал, сейчас сделаем магаз. Магаза нет. Так. Сейчас под контролем тут аккуратненько распределим урон. Рабочего не потеряем. И этого тоже не потеряем рабочего. Так, не буду я пока ничего брать. Поезд богатыря для лича. Очень битый рабочий. Переживем.
Да, господин. Я готов. Указывай. Как думаешь, я буду судьбой? Хорошо. Опять работа. Ну, я попроси. Окей, доделается хилка. Дефенс будем делать, не будем? Будем, я думаю. О, есть вторая новая, отлично. Я готов. Я поклялся. Ай. Опять работаю. Чего? Сейчас подлечимся. Темный ритуал все равно никак не завязать. Это как? А если рейнджерка вторая? Как-то никак не завязать. А если нам выпадет ДК с ультимейтом? А если мы купим свиток гальванизации? Не подумал об этом? Сейчас, секундочку. У нас заказ пиццы, если количество пятерок превышает норму. Поэтому надо было дать инструкции и добро. Так, когда там дефенс? Можно, да, уже потихоньку? Сложно, конечно, будет, но можно. Давай. Ну. Я поклялся служить. Исследование завершено. Раз. Еще бы... А, у меня есть хил, отлично. Это же великолепно все. Эликсир возрождения. Да, господи. Так. Так. Отлично там. Ламбер Милл тоже построил. А давай вот так вот, не будем время терять. Уж лучше рестор потом юзнуть. Хорошо. Четвертый лич, между тем. Я хочу сделать хотя бы парочку вышек магических. И здесь не закреплено. Вот это номер. Только не поместится мне все это добро. Но делать... Ну давай, давай, скорее, ну. Я поклялся служить Нерзу. Я согласен. Так, этот Парадайз тут бегает. Парадайз бегает, представляете? Так, а что дальше? Ну дальше ботиночки бы Шреддер вообще купить. По-хорошему. Надо было давно еще. Стройка завершена, это вышка. Сейчас мы отрегенимся здесь. Два плюсик, два левелапа, ничего не это самое. Ай, ну ладно. Ну, с другой стороны, две точки закрепил. Вообще отлично же. Великолепно просто. Получилось. Кстати, разведку боем тогда через магазин сюда. Фермы делаются. Ботинки я не куплю, потому что слотов тупо нет. Тут закреплено, естественно, все. Ну, сейчас вслепую просто бежим к нашему соседу ближайшему. Есть, есть. Заказываем попутно второго героя. Заказываем грейд на следующий тир. Шреддер работает. Опа, 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 опа. Кто у нас тут? Тут у нас сон бобра. Сон бобра. С хэдхантерами. Дикий человек. Ладно, дожидаемся второго героя и его... Пойдем разменивать у него этих футов с дефенсом. Должно очень хорошо зайти. Что-то Шреддер долго тащит. Раз. Два. Тут можно сделать... Три. Давай, второй герой хороший. Лучше деку. Блин. Слушай, твои глаза открыты.
My eyes are opened. Фарсир. Ну, фарсир для ФФА первым героем неплохо весьма, но... Когда речь идет... Да будет так. Давай, раз. Вижу и помню. Ща, нам главное этого товарища по это самое... Газон уже ливнул? Ничего себе, там люди жесткие. Вообще. Представляете? Газона уже убили. О, книжки не читаем. Да и тролль тут не добит. Что, конечно, очень хорошо. Главное сейчас прийти и его как-то напрячь. А, его уже напрягают. Бжжж. Его уже самого напрягают. Хорошо. Давай, ну. О. Дефенс пошел. Есть третий герой. Выход из лимита, правда, к сожалению. Дальше можно сделать хавков. Либо, может, не будем хавков масить, раз уж нам удалось человека уже... Давайте базу поставим сразу же сюда. Не, ну а как без хавков? Ты же не знаешь, что там у второго товарища. Вот, сон бобра убиваем. Страшный сон. Еще сюда рабочих. Но я думаю, что Парадайз сюда придет. В скором времени. И все. Хоткеев не знаю, и кому они нужны, в конце концов, правда ведь? Таурен выходит, ё-моё. Тихо, только не топай, прошу тебя. О, рейнджерка. А вот рейнджерка, это приятно. Закупаем манку, закупаем стафы. А он топает, представляете? Топнул. Здесь мы заказываем базу. Ресурсы, как видите, в ноль. И некоторое время так и будет, ну, так и будет продолжаться. А здесь что? Здесь гуль. То есть там дед у нас. Воу-воу-воу-воу-воу! Вот это да. Какая подстава. Так, что можно дать? Рейнджерки вот так вот, да и ей вот так вот. А ты передавай лечу так и передавай так. Все. Добиваем. Тут еще одна база. Вот я опасаюсь Парадайза, конечно, потому что он может прийти снова. А герой-то у него неплохой, в общем-то. Надо взять еще этого рабочего. Надо сейчас всех рабочих с леса опять же увезти. И... Ну, их уже вроде как и не осталось. Один только последний. Так, есть рейнджерка. В теории можно получить... Не, фростармор, наверное, лучше. Фростармор и в определенных ситуациях его включать. Второй чайник. Хотя, может быть, стоило даже форсайт сразу качать. То есть, чайник и форсайт. Ну, чайник, потому что нового есть. И связка неплохая. Так, а что еще делать? Ладно, бетон, ладно, грейды делаются. Так, давай здесь еще по рабу. Не хочу время терять. Не хочу терять время на добивание этих зданий. Я бы сразу сходил к человеку, который ниже находится. Тут потихоньку воркшопаем. Да, хорошо. Но сейчас уже будет с деньгами получше. Поехали. Ботинки надо приобрести. Заодно сделаем разведку, посмотрим, что за раса здесь не undead, а... Угу. О, юзер 15. Опасно. Слушаю.
Быстрее, смертный! Я готов! Что? Куда летим? Главное, не попасться на вражеских хавков. Исследование завершено. Быстрее, смертный! Ух ты! Ну там сало. Ой! Быстрее, ничего себе! Вот это поворот. А что, и здесь что ли? Ой. У нее тут может быть база даже. Нету базы. Давайте эту штуку убьем тогда и все. Выхожу из лимита, потому что кривой. Закрываем. Поехали. Давай новую, Сайленс, чайник там. Свиток бы ее знуть. Блин, форсир, это жалко. Надо подержаться еще немножко. Пробуем деку убить. А, хорош. Не, хорошо, убили воздух ему. Убили там энное количество вышек. Не так плохо. Вон, почти 6 левел получили. Ха! Ставчик бы еще. Ботинки бы еще, свитки. Здесь так, так, так. Это фигня. Давай, стафанем лича, тут сбегаем за ботинками и свитками. Тут надо сделать, конечно же, армор. Вот я не знаю, на кого армор. На воздух, наверное, уже не имеет смысла делать армор. Ботинки, свиток и еще один свиток возьмем. Чтобы было два свитка. Так, а тут у нас, оказывается, да. Так, и первые танки пойдут. Можно взять еще, проверить центральную базу. Может быть, взять что-то в центре. Ага, вот, пожалуйста. Я поклялся служить Нерзулу. На вышке потрачено было весьма серьезное количество бабла. Вам нужен мой совет. Торопись, смертный. Небо зовет. Лечу. Исследование завершено. Быстрее ветра. Приказывай. Выполнил любой приказ. Быстрее, смертный. Что? Рада помочь. Ай. Ребещите врага. Да, конечно. Конечно, у тебя все получится. Тоже неплохо весьма, потому что я потерял фактически только одного героя и, кажется, одного грифона. Нет, двух хавков. Убил при этом массу вышек, убил рабочих, много чего убил. Я поклялся служить Нерзу. Мои глаза открыты. Так, и... Готово. Но мне все равно не нравится. Чего? То, что нам не удалось его... Так, Родовский, да, лучше. Хорошо. Слушаю. Отлично выстроил. Базу а негде будет строить. Ну, я пошел. Проси. Ждем рейнджерку. Здесь Death and Decay. Здесь, к сожалению, волки, которых я вообще не использую, к своему стыду. Добежим снова до свитков. Сюда танчик пустим для развлечения. Рейнджерка выйдет сразу же. Я сало не кидаю еще. Наверное, имеет смысл переучиться ФСом. Все равно не используем. Раз, два, раз, два. Раз, два, три. Сейчас одновременно с танчиком пойдем. Пойдем в центральную, на центральную базу. Здесь бы еще
Ага, вижу. Быстрее, смертный. Готово. Уже лечу. Вот он увидел. Торопись, смертный. Окей. Увидел, так увидел. Убиваем, значит, рабов. Он отвлекается на танк. Да, у него с экономикой должна быть проблема. Здесь грейдим вышки, укрепляемся на центре. Танки должны быть во второй группе. Еще один танчик. Посмотрим, что в центре. Туда не заходил, в принципе, короны королей. Корона королей. Резурект еще есть, но пока мне короны хватит. Нужна экспа. Нужна экспа для рейнджерки в первую очередь. Здесь вроде все ок. Тут не хватает одного рабочего, но это мелочи. Наверное, стоит сейчас как-то разменять хавков. Надо бы... Да, ё-моё. Дайте мне хоть свиток-то... Спасибо. Все вроде бы хорошо. Надо чуть-чуть подконтролить. Вам нужен мой совет. Быстрее, смертный. Ну где там? Давай так. Да так. Ай, отличный сайленс. Вообще классный. Ладно, добиваем. Добиваем, добиваем. Все, и разменяли, и то ГГ он ливнул. У нас останется с вами... Некоторое количество... И грифонов все-таки слил, в конце концов. А грифонов как раз и хотел и оставлять. Ох уж. Этот контроль замечательный. Ладно, лимит 80. Отвоевали вторую центральную. Наверное, стоит отправить там того же самого форсира домой. Чтобы он подлечился и взял реген для остальных. Скачаем рейнджерку. И чем давайте на аркадке сбегаем в центр. Грейды. Второй на атаку, третий на армор. Тут бы еще танчиков. Рейнджерка молодец. Докачалась практически до четвертого. До атаки был второй. Присты нужны. Опять же, инерфайр нужен. В центре есть большой инвулт, ну и ауру возьму на армор, пожалуй. О, Живаго, привет. Я, сори, я в чат очень, ну, не удается мне так смотреть в чат, как хотелось бы. Так часто, как хотелось бы. Думаю, надо пролететь, разведать. Отдавая при этом хавков. Бог с ними. Так, здесь Парадайз, который умудрился добраться. А, это его мейн. Ха! Интересно. Лети сейчас, дуэлечка у тебя будет с Гаргой. А, нет, тележка! Так, ну, я увидел, что у него... А нет, тележку отконтролил, хорош. Вот это да, вот это добро. Опа, что такое? И здесь Undead. Там Гарг, правда, дикое количество. Короче, Парадайза надо убивать. Что у него сейчас... во-первых, это его основная база, так скажем.
помним про форсира, который делает разведку, вроде как. Ботинки есть у всех. Не хватает свитков. А тут андед разъелся, серенький который. Центральная база доделалась, рабочих нет, но я не хочу больше. Слишком много рабочих не хочу делать. Тут вообще какая-то грязь была. То ли из-за Старфола, я не знаю, тут какой-то АУЕ был, типа Старфола, большой АУЕ. У всех снес вот фиксированные там 400 с лишним жизней. Это похоже на Старфол. Тяжело людям. Понимаете, тяжело просто. Ну, убиваем его тогда, раз тяжело. Тем более убиваем. Здесь я бы построил все-таки арканочки. Их же нужно где-то ставить, правильно? И, несмотря на попытки, блин, отдать хавков, они все еще там кого-то убивают, где-то летают. Я реально отправил просто на... А, то есть, понятно, эльф, гиппосы, это понятно. И андед. Андед, пожалуй, опаснее, потому что у него 6 баз. Отъел, отъел, неплохо. Хорошо. Опять работа. Добиваем андеда. Получаем 7-й левел, лечу. Ох, сбегать бы. А давай мы же можем проверять, что там в центре у нас. Трушот. Я бы сходил. О, освободились рабочие. Это раз. Одного на... Блин, я вообще не попадаю по юнитам. Просто не попадаю. Да, вот что пошаговые стратегии делают. Так, Paradise минус. Так, давай большой инвул тоже. Раз деньги есть. Тут косарик. А сейчас надо внимательно выбирать себе врага. Все-таки да закажу я здесь рабов. Потому что эти базы тоже надо по-хорошему выкачивать. В магазине можно было вышки запилить. Грейд на вышки. Последние грейды в... Это на воздух будет. Шедра бы перевести поближе к новому лесу. Ну ты кого мне убивать? Пытаться андеда или эльфом? Эльфа 6-й дредлорд, ё-моё. Атма 6-я, да, все-таки это был Старфол. Так просто не убьешь. Я форсира для стафа просто телепортировал. Герои там... А, ну вот тут рядом кто-то трется. Ёшки-матрешки. Таурен, СХ. Сколько осталось? 6 косарей. Вообще не надо... Ой, ну ясно, все, не выдержал. Таурен 7-й, ёй-ёй-ёй-ёй. Так, все, ладно. Раз он пошел ко мне, я пошел к нему. Тем более я знаю, где у него базы, правильно? На нас напали. Выхожу из лимита, выхожу из лимита. Надо как-то отвлекать. Два таурена! Я уже думал, у меня в глазах два. Нет, два таурена, так и есть. Хорошо, готово. Опять работает. Блин. Он же у меня на мэне. А это что? Это плохо. Но я пытаюсь его отвлечь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Без резких движений, без... А вот это плохо. Можешь на меня положиться.
Тихо. Ну куда ты? Ну ё-моё, ну... Ферм не хватает, понимаете? Он говорит, что мне не хватает ферм. Все, вроде отстал. Я согласен. Соответственно, тебя... Ой, тут как хорошо. И тут хорошо. О-о-о-о! Приехали. Вот это да, вот это... Пришел к Михаилу. Так, теперь главное его не отпускать. Здесь что? Здесь ничего. Надо еще Death and Decay его производить. Ага, сюда идем. Death and Decay. Тут переводим. А-а-а, какая база классная. А где лес-то? Михаил, где лес? А, понятно. Здесь что? Сюда. Ну так вот, а что ты хотел? Леса не хватает, правда. Ну сейчас Шреддер должен как-то... Не-не-не-не-не. Ну а что ты хотел? Сам же пришел, первым же пришел, правильно ведь? Пришел первым. Вот тебе и минус базы. А, 2 vs 1. Да не может такого быть. Тут никто так в FIFA не играет. Здесь нельзя строить. Ну, твоя воля и золотой рудник скоро. Так, сейчас бы его еще поднапрягать на мейне. 84 лимита, да, я вижу, это папский лимит. Почему нового не кинул? Хорошая же тема. Воу-воу-воу-воу-воу. Решил ульту отдать? Не, не решил. Не решил. Да, ну у него, да. У него... Короче, надо сейчас просто сидеть, улыбаться в 80 лимитах. Мне сейчас как раз убьют вот эту вот тему. Вот, и улыбаться на двух базах. Добывать там, тем более, что впереди... Же еще эльф один. Мне вот эти вот нужно унычки увидеть. А, ну да, вот эльф активизировался. Понятно все. Тебе же Майкер ближе. Майкер ближе к многим. Но это не значит, что его надо убивать. Так, no chat. Все серьезно. Прям вот по правилам. Все по правилам. Да, у эльфа вообще все шикарно. У него миллион баз. Ну, 2 таурена. Вы просто представьте, какая-то дикая армия. Пойду в центре Зотарис. Так, это эти несут исцеление пока что. Молодцы. О, есть рестор, есть корона. Шикарно же. Продаю чушь. Покупаю не чушь. Вампиризм есть, но вампиризм так к чему? Помню. Правда ведь? А вот Restoration... Даже ни к чему. Ну, в смысле, вампиризм ни к чему, да. Продал я лишнего. Увы. Тут мана какая-то. Выпей, не выпивается. Выкинь, убей. Да просто девайсы у разных людей. Попробуем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Что это такое? Ничего себе. Приехали. Вот этот поворот. Ой, сзади подходит. А, это не он подходит. А вот это он. На.
Что такое? Уже не очень, да? Уже такие гарги. Оп! И присели. Так, а что дальше-то? Ох, у эльфа там трындец, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, сейчас андет умрет, а дальше будем пытаться с эльфом справляться. Меня беспокоит аура вампиризма. То есть дредлордом с третьим вампиризмом. Мне такое законтрить будет сложновато. Конечно, нужен был армор. Ну, бегает уже этот. Выходит из лимита, кстати. Перфектный. Это уже готовится под... Под эльфа надо готовиться. Опа, очки. Тоже не очень хорошо. Давай сюда. Там лишний рабочий еще собирает, непонятный. Ладно, я шоплюсь. Я шоплюсь, ничего не знаю. Андроид, значит, копит ресурсы на последнюю атаку. Один вертолетик бы запилить. А то за мной наверняка уже Шейда полчаса бегает. Проверить, нет ли тут у эльфа нычки. Ну, как бы... Нет, нет. Хорошо. Так. Опять работа. Исследование завершено. Можно еще вышки пронумеровать, особенно магическим, чтобы светить. Но вообще светить, когда у тебя форсир с третьим светом, это как-то... Да. Там СХ седьмой, ё-моё. Там прям серьезная заварушка намечается. Да ладно, откроется, перфект. Что, пора, что ли? Ну, я пошел. Нельзя здесь строить. Давай лучше здесь поставим базу. Может, эльфа пока не поздно. Не, надо добить андеда. Надо добить андеда. Опять работа. Да, господин. Не знаю, что делать. А где он откроется? Почему он откроется? Потому что мейна нет. Ну, давай тогда потихонечку его бомбить. Типичный фуфа просто. Надо готовиться к гудгейму. Выходи из лимита. О, парам-парам-пам! Ой, ой, все, я понял, был неправ, был неправ. Нифига себе там лимита. Я вообще... Так, да, был неправ. Сожрали меня просто с потрохами. Да я как-то вообще расслабился уже. Расслабляться тут нельзя с такими... С такими армиями, с такими героями. Все, рейнджерка и за вышками улыбаешься. Эльф стрим палит. Как его звать? Может быть. В этом я, товарищи, не уверен. Правда, там Патма с третьей совой. Что как бы помогает палить стрим. Так, давай-ка так, давай-ка ТП. Как некуда класть? Ты выпей сначала, а ты не можешь выпить. Ой, тут вообще никуда, ничего не взять. Все слоты забиты. Жуть. Ну, будем подбешивать его. Я думаю, надо подбешивать танками его. О, массовый ТП. Дичь, просто дичь. А, ладно, давай, агрессивненько. Раз, два.
3, 4, 5, потом 6. С Богом! Открываем второй фронт. Да, это будет весело. Сейчас я совершаю макроошибку, развязывая войну с тем человеком, с которым мы не воевали. Давая при этом андеду свободу. Это неправильно с моей стороны. Эльф, ты чего? Причем у него архмаг с массовым ТП, понимаете, насколько это неправильно с моей стороны. И надо, типа, реально продолжать эту тему. А там Андей такой, тыгдым. Я не прав. Я вот здесь я признаю, я ошибся. Я еще ТП не взял, ну бас. Так, ребят, вас надо уже сдавать. Берем телепорт. Гипсов-то особо и нету. Еще танчики. Ой, да ладно, ну видите, с массовым ТП человека развлекать, это такая ересь. Дичайшая ересь. Нельзя так делать, ни в коем случае. Но я же, блин, молодец. Я же чемпион, ё-моё. О, убили, молодцы. И на самом деле, что, можно? Можно продолжать. Ух ты! Это кто у нас тут такой? Красивый пришел. Какой красивый архмаг. Воу! Там полный фарш. Там андед к нему пришел. Ой-ой-ой-ой-ой, вообще. Так, значит, ты проверяешь эту базу. Ты проверяешь эту базу. Потом идешь сюда. Потом идешь сюда. Там андед. Ой-ой-ой-ой. Куда я ввязываюсь? Что я творю вообще? Какие вышки по центру? Что ты несешь? И сейчас еще на андеда надо напасть. Вообще отлично. GLHF Майкер написал. Воу, да ладно? То есть остался только андед? Ха! Хо! Похоже, что так. Ну ладно, я чё, я ничего. Телепортироваться сюда он не может. Воу-воу-воу-воу, атака на мой центр. На мой центр, ё-моё. Я его строил. А он, видите, как оказывается? Все, не, решил не бить. Ну что, я ничего, я танки строю. Да, вот так вот лучше. Куда он пойдет? Он сюда пойдет. Не-не-не-не-не-не, Дэвид Блейн. Я могу тебя светануть, смотри. Пыщ. Могу тебе вот так пыщ новую сделать. Сейчас хекс, правда, будет. А, no! Ой, я из стана не выйду. Не-не-не-не-не. Все, спасайте, кто может, в общем. Я же сало жал. Плохо жал, Михаил, плохо жал. На тебе. Что у нас осталось тут? У нас тут гарги остались. Люблю их. Хорошо. Ну что вы думаете против двух тауренов? Что это? За чемпионе думаете? Нифига подобного. Иду.
На, я сказал. Давай. Оп! Магия. Ой, господи. Давайте соберем танки. По сусекам поскребем. И танки соберем. Нет ничего проще. Еще немножко вышек, но чуть-чуть. Воу-воу-воу-воу-воу! Так, форсиран можно отменять. Благополучно. Ай, такой хороший герой был. Все как-то под хвост. Реально хороший. Не сделал ничего плохого. Надо найти у него мейн. Тут поуничтожать вот эту вот хрень. Так, гарги летят ко мне. А, он откроется, я понял. Все увидел. Тихо. Не надо. Да твою ж налево! И так всегда, понимаете? Так всегда. Постоянно. Ничего не сделать. Надо убивать у него нычку справа. Тихо. Это не будешь так пугать. Это ни к чему. Джи. Фух, еле вы... У него герой X2 просто по очкам. Ну, просто сравните. 9-9-7. Я там на третьем месте вообще. 7-5-4. Ужас. Ну, как только выпал форсир, я сразу понял, что от смысла какой-то.